Я книжку читаю. Я тоже хочу почитать. Нет, это моя книжка, я ее читаю сам. Мальчик! Кто? Ты такой хороший мальчик, а хочешь конфетку? Нет, я конфетку не хочу. От чужих я конфеты не беру. Мальчик! Возьми вкусную конфетку и пойдем туда. Там таких конфеток еще больше. Нет, я чужих конфеты не беру. И не хожу ни за кем. Мальчик! Да. А где твои родители? Дома. А ты здесь один? Ну как, с книжкой сижу, читаю. А давай я тебя проведу к твоим родителям, ведь поздно уже. Ага, нет, они сами за мной придут. Мальчик, а давай я тебя переведу через дорогу. Машины едят. Не надо меня переводить через дорогу, мне здесь хорошо. Мальчик, постой! Мамочка, помоги! Дядя, куда помоги? Да это же я, Соник! Вот ой, это я! Ты меня напугал! Ой, я так перепугался! Ой, думаю, меня сейчас дядя заберет страшный! Это я! Я уже понял, что это ты! Конфету будешь? Теперь буду! Не будешь! Почему я не буду? Ты же теперь знакомый! Ты же мой друг! А ты молодец, Соник! Конечно, молодец. Я просто таких вообще дядей не обращаю на них внимания. Молодец, Зоря. А если они вот ко мне начинают приставать, я начинаю кричать, папа, мама, или кричу, люди, помогите, помогите. Так, Зоря, ты молодец, только я теперь попытаюсь немножко тебе объяснить. Объясни. Ой, ребята, Зоря поступил правильно. Если вдруг к вам подходит какой-нибудь незнакомый дядя или тетя, и вдруг вас захотят заманить конфетой, шоколадкой, да, куда-нибудь, ну туда, или туда, или предлагают вам помощь, но вы не знаете этого дядю или тетю, то не соглашайтесь с ними ни за что никуда идти. Да. А вот, например, лифт, а тебе надо ехать на какой-нибудь 8-й этаж, а рядом стоит такой же незнакомец, что ты будешь делать? Я возьму, подожду его, пускай он сам зайдет, первый поедет, потом поеду я. А вообще лучше покинуть подъезд, да, и дождаться, пока он уедет. Да. Или там вместе со своими соседями подняться, либо по лестничной площадке. Да, 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 да. Либо с соседями просто подняться к своей квартире, вот. Да. Ну, вообще лучше только доверять родным и близким. А если вдруг незнакомец взял вас и потащил? Сопротивляйтесь, кричите, пап! Здесь нужно уже кричать, да, и звать всех на помощь. Да, да, да. Это серьезно. Звать всех, всех, всех. Всех. Просить даже помощи у всех взрослых. Да. Вот. Лучше никогда не подходить никакому. Не слушать их, не брать от них ни конфет, ничего, ни шоколадок. Да. Брать шоколадные конфетки только у тех, кого вы знаете. Это папа, мама, бабушка, сестра, брат. Запомнили? Да. Вот как Жорик прямо. Да, сидел ни в какую. Ни в какую. А давай попробуем теперь ты, Жорик, так сделай. Давай. Да. Давай, ты книжечку. Давай, я книжечку. Ты меня не знаешь. Как бы я тебя не знаю, давай. Здравствуй, мальчик. Давайте лучше мультфильм посмотрим. Давайте лучше мультфильм посмотрим. Давай! Запомнили? Запомнили! Нельзя ни в коем случае! С незнакомцами не разговаривать, да, не брать у них ни конфеток, да, ни шоколадок, ни заходить с ними в лифт. Да, не садиться в машину, да, чужую. Нельзя. Вот так. Все. Посмотрим. Давай. Вот это да, чужие. Где? Ого.